Лучшие фильмы о советском спорте, такие как «Семь стариков, одна девушка», «Тигры на льду», покажут в кинотеатре «Люмьер» в рамках 3-го международного кинофестиваля «Дни зарубежного кино». 19 августа, в день закрытия кинофестиваля, пройдет ретроспектива уникальной кинохроники из жизни ульяновского спорта 60-80-х годов. Памятные места Корсунского района Прислониха, Языково, Сухой Корсун можно будет увидеть на выставке работ юных художников, участников всероссийских пленэров и их преподавателей «Земля» Аркадия Пластова. Она откроется 17 августа в 15:00. На выставке будут представлены работы детей. 15 августа Ульяновский оркестр русских народных инструментов выступит с концертом в рамках культурной программы 1-го международного фестиваля национальных видов спорта стран СНГ. Музыка Республики Татарстан, Башкирии, Казахстана, Азербайджана, музыка Северной Осетии. Россию будет представлять знаменитая «Калинка». Рельефы и бюсты ученых, поэтов, композиторов, простых рабочих, выполненные знаменитым скульптором Анатолием Клюевым, и живописные полотна Мефодием Остапенко можно увидеть на юбилейных выставках двух мастеров своего жанра. Тема литературной беседки, которая состоится в рамках проекта «Лето с Ленинским мемориалом» 19 августа, расскажет о жизни и творчестве Александра Грина в Симбирске. Именно в нашем городе написаны рассказы. Например, рассказ «Бирка», «Ночлег». Собственно говоря, с этих рассказов Грин и стал себя ощущать как настоящий писатель.